АТФ. Что же лить в автомат? Появился новый образец Chevron MD3. Меркон Дикстрон 3. Петроканада MV Synthetic, Valvoline Max Life, Texomatic, Toyota арабская вязь и Valvoline Tech D. В общем, вот он новый образец. Сейчас мы его потестим. Лучше он, хуже. Так. И что получается? Он лучше, чем Toyota арабская вязь, лучше, чем Valvoline Tech D. По-моему, чуть хуже, чем Valvoline Max Life, Texomatic, Petrocanada MV. Ну, тоже, в принципе, как дешевый вариант для зимы пойдет. Все, всем спасибо, до свидания. Температура так у нас минус 29 градусов.